от лица всех Ларисовных родственников, которые присутствуют за этим столом, поздравляю вас. Желаю вам главное взаимопонимание, я вам уже говорила об этом, и еще раз хочу напомнить. Совет, любовь, родственник, правильно говорят на карте. Вот совет и любовь. Остальное все приложится, все будет. Здоровье само собой. За вас. Мы рады, что вы узаконили свои отношения. Ты с ними не подходишь. Да. Да все. Я камеру включить не успела на ваши горки. Ну ладно, это у них ребенок. Казав, это было что-то. Ну, наконец-то вы решились. Как они уверенно ступили на порог ЗАГСа. Как они туда вошли. А как они произнесли это «да», вы слышали. Во мне так все перевернулось. Это просто не передать словами. А как они классно одевали кольца друг к другу. А как они смачно поцеловались. Это было что-то. Вы знаете, я подумала. Слушай, сколько можно нам ходить, женихах и невестах? Давай с тобой тоже на следующей неделе распишемся. Лариса, Саня, мы решили тоже расписаться. Да, пожалуйста, будьте нашими свидетелями. Хорошо, вы уже кольца купили. Да, у нас все есть. Причем бриллиантиком, все как положено. Как у новых русских. В общем, я вам от души желаю, чтобы ничто в жизни никогда и ни за что вас не разлучило. Чтобы ваш союз креп изо дня в день. И пока я еще могу, я прочитаю вам стихи. Сашу и Ларису с законным браком поздравляем. Большого счастья вам желаем. Мы говорим сейчас всерьез. Пусть миллионы алых роз лежат на всем большом пути, что собираетесь пройти. И пусть костер большой любви горит не угасая. С любовью легче жизнь пройти, об этом каждый знает. Согласия в жизни достигайте, живите до 100 лет. Всегда друг друга уважайте, любовь вам до совет. Горько. Спасибо. Вот теперь горько. А ну-ка все, горько! Да горько! 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 Вот, это уже получше. Это мне видно, да? Если я буду заикаться, это ничего, мне тут ручка плохо писала здесь. Здесь я рыбу заворачивала, значит так. Ну это все. Имена помнишь? Всем? Имена помнишь? А я записала. Молодец. Ты что думаешь? Я все заранее я продумала. Просто я себе позавчера. Вот так я вчера была не боже, я это все сделала позавчера. У любви свои законы. Нет преград ни на пути. Вы теперь молодожены. Ваша жизнь вся впереди. Будет жизнь вас счастливой. Каждый день и каждый час. Вы так молоды, красивы. Все получится у вас. Перед Богом вы в ответе за судьбу своей семьи. Пусть растут большими дети в дружбе, мире и любви. Пью за вас, за новобрачных, за союз ваш. Так, вам. Подождите. За союз ваш, как гранит. За здоровье, за удачу. Все, что ли? Тихо. Только вот оно горчит. Горько, да? Молчать. Ну, естественно. Горько. Горько. Я так читал, я горько, так читал. Горько, 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 горько. Вот уже лучше, вот. Так, снимаем, да, Лена? Снимаем. Так. Саня, руку, руку ниже, вот так. А, идет, да, идет. Хорошо. Вот. Спасибо. Уже лучше. Снято. Там мы начали встречаться. Ну и правильно. Я правильно звонила. Знакомый. Знакомый я не помню, когда познакомились. Когда встречаемся, 15 ноября будет 4. 16-го. А день рождения у тебя когда? Вот у меня было на следующий день. А вот и не подеретесь. 16 ноября будет 4. 4 года. Смотрите, какой срок. А можно мы вам зададим несколько вопросиков? Можно? Первый вопросик Саша. Саш, ты слушаешь? Ушки оттопырил? Слава Богу. Слушай, значит так. К
Как ты намерен Лорика будить по утрам? По крайней мере, меня всю жизнь будят. Так что... Нет, а вот представь, ей надо вставать или вот дел по горло. Она спит, вот, ну не хочет вставать и все. Вот как ты это будешь? Я знаю, как. Ну... Она постоянно, блин. Ты можешь на вопрос ответить? Ну что, я прям тебе вот это и скажу. А ты не мешай. Саня, ну ты разбей фантазию, ты что-нибудь придумай, чтоб нам весело было. Я глаза открываю. Ага. А рядом беру рукой, ложу на грудь. Ясно. И так нежненько пальчиками. Ясно. Она уже просыпается. Понятно, понятно. Не, ну что, меня попросили ответить, я ответил. Да, он ответил все как есть. Так, к вам пока больше вопросов нет. На сегодня вопросов нет. Нет, уж давай еще. Сейчас. Так, Саня, ладно, она пришла с работы злая-призлая, твои действия. А вот надо куда-то идти. Он еще злее. Нет, а вот надо куда-то идти, вот твои действия. Вот она злющая такая, уставшая. Вот что ты будешь делать? Еще сильнее буду. И все? Пока не поругаемся. А потом будет все нормально. Так, ясно. Ну ладно. Саня. Лариса. Вот. Саша вот ну прям наелся так, что икает. Что ты будешь делать? Ну тут два способа. Один задержать дыхание, до 10 прошлых. Это стандарт. А другой водички. А свои собственные находки нет таких. Посмеяться. Стандартные помогают. А, и пугаю. Опа, да. Своей внешностью неужели? Не можешь. Резко. А, вот когда он не ожидает, я так... Хорошо. Все, так переплавался. Так, оператор не хочет задать вопрос? Оператор, а что так? Мы сейчас это... Что-то. Саша, ты приходишь домой, стол накрыт, свечи горят, на столе коньяк, бокалы. А Ларисы раса не можешь найти. Как ты думаешь, где она? Думаю, о, Паша на запрасник такой. Как ты думаешь, где она? Она где? Я думаю. Ну ты ее нет, раз ее нет в этой комнате. Все накрыто, все красиво. Она знает, если ее не будет, это для нее будет чревато. Ты можешь ответить? Тебе вопрос. Ну ты знаешь, что тебе потом будет? Я знаю, что тебе задать. Думаешь ты, где она в этот момент? Да. Где? Вот Марина, все красиво. Он уже злится. Я не то, что думаю, где на она. Кухне, я думаю, да, что ей бог будет за это. Где я могу? Нет, так ты сказала, нигде нету. Я нет, нигде. За ну, стол правда. Накрыл. Где она может быть? Как ты думаешь? Ну, если нет нигде, где она может быть? Значит, и труба пришла, блин, на... Если ее нет нигде, блин, стол накрыт. Я не снимаю. Со свечами, блин. Так, выключай, подожди, у нас столько вещей начинается, она снимает. А у нее может много. Выключай, она сказала, что уже должен его запомнить, да. Раз и навсегда. А все уши заткнули. Раз и навсегда. Нет, да. Девочки все... Ну, чисто для меня. Саша, подожди, Саша, там длинный тос, я сейчас... Ну, только не то, которое все там говорят все время. Нет, я скажу интересно. Давай. Даже стихами. О, слушай, мне сегодня... Слушай, Саша, внимательно. Ты особенно. Девочки, ты услышишь. Нет в мире мощней и сильнее меня. Железо воскликнуло сталью звеня. Но я все ж сильнее, огонь заявил. И вмиг то железо он растопил. Нет я всех сильнее, сказала вода. И потушила огонь без следа. Но я все ж сильнее, мороз произнес. Я знаю, что в этом месте всегда сбиваюсь сейчас. Нет, мороз заявил. И воду ту в льдинку он вмиг превратил. Но я-то сильнее, человек произнес. Он взял эту льдинку и в погреб отнес. А в погребе ту хранилось вино. Нет, я всех сильнее, сказала оно. Но я-то сильнее, вымолвил сон. И был человеком тут час усыплен. Спишь, пьяница, вдруг закричала жена. И муж был разбужен от пьяного сна. На окрик бедняги пенять не пришлось. Сильнее жены никого не нашлось. Так как разрешите тост. Очень длинный он был, из-за листа такой. Извиняюсь за то, что я там немножечко ошиблась, я же сработала. У меня же после 8-часового рабочего дня уже развитие речи на уровне 3-го класса.
Но, Саша, за вашу семью, вновь создавшуюся, за прочную, и чтобы ты всегда помнил, что сильнее жены никого нет. А Ларисочка всегда знала, что муж – это надежда и опора ее. Вот. Давайте. Вот. Спасибо, Наташа. Очень приятно было. Слышать, наконец-то, посидеть, наконец-то. Ради, мы долго собираемся. Саню я тоже знаю, вроде как давно, но близко так не встречались, не знакомились. Лариса, знаю, давно всегда выручала. Да. Отличнейший человек. Вот хорошая жена. Когда следит. Ну что, желаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И чтобы мы дальше все встречались, продолжали дружить. Чтобы у вас было много дедок. Где-то. Желаю, желаю. А почему бы не мешать? Не надо мешать, говорить тост. Чтобы мы встретились на имени. Давайте за тобой. И за любовь. Спасибо. За здоровье. Выпьем. Молодец. Натусик, петь вы сегодня не будете. Да, так что можете успокоиться. Вы отдыхаете. Мы уже попробуем. А завтра? Это пройденный этап, я знаю. Женя. Да. Ну я чую, я молчу. Да скрошится волною обречал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная за даль туманных звезд. И за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Саш, за тебя! Борис! Прости меня за все цветы, что для других срывал. Прости меня за все цветы, что для других срывал. Но мы построили с тобой последний крепкий мост. За возвращение любви я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. За любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Как висят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. И последний раз вместе. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Давай. Там еще, блин, только на...
веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь полоборота, вся в луче ночного света. Как само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Вот эта женщина, вся откуда пол под собой не чувствует. Пол не чуя под собой, между небом и землей, как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит, а как сладко в нем тонует. Как близкие наши дела и безумные слова, без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. А вот этого не надо дальше. Ты уйдешь с другим, я знаю, тебе скучаю, и тебя домой не провожу. Жжет груди сильнее огня, не моя ты, не моя. Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина, чтоб избавить и прогнать, и забыть мечту свою шальную. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне такую. Вот это женщина. Ларис, в воздухе везет. В воздухе висю на земле. Самый энергичный танец молодых, который я встречал, за 12 лет. Ах, какая женщина! Саня, нет такую. Мы готовимся к следующей песне, все наливают, а я еще диск. Мишенька, вот все веселятся, а Саша бедный курит на кухне. Вот так вот, около немытых кастрюль. Какие немытые кастрюли? Там же шашлыки. О, Саша, Саша, хорошо, что я с тобой рядом. Ты заметил, Саша? Саша, сырое мясо. Ого! Весело тебе тут? Да. Да. Саша, как это случилось, Саша? Вот так вот. Видишь, у тебя как красиво на пальце блестит. Ты чувствуешь себя новым человеком? Это все теперь по-другому, да? Вот все равно по-другому, правда? Я же на работе. Пришел, блин. Даже не так хожу. Ну, блин, на пальце все, блин. Даже, блин, в машине едешь, блин, за рулем. Не так, блин, круче. Мне как-то казалось, что, ну, не влияет это, знаешь, на мужчин. Мне казалось, что женщины такие эмоциональные, у них все это быстро так в
в голове происходит, а чтобы мужчина чувствовал, что он руль крутит не так. Понимаешь, я руль держу, а сверху, блин, так кольцо. Саша, можно бутылку водки?